Встречай утро с новым миром. Самые свежие новости в программе «Новое время». Какой из видов зелени способствует омоложению организма? Молодильные яблоки меркнут, понимаете, по сравнению вот с этим. И с помощью какой зелени можно вылечить простатит? Содержит вещество аспарагин. Это такой природный диуретик, который способствует хорошему состоянию мочеполовой системы. Открой для себя тайны еды. Как правильно измерять температуру? И что делать, если разбился ртутный термометр? Когда вы засовываете термометр под мышку, здесь должно быть меньше 35. Это очень важно. Для измерения достаточно 5 минут. Первое, что надо сделать, если ртуть разбилась, и мы не можем быстро ее собрать, это снизить температуру в помещении. Узнай больше в школе доктора Комаровского.